Cars and Love. A Russian, excuse me, for Russian speak. Rarely in speaking English. Reputation. Когда я сам стремился взлететь, я увидал далеких птиц. Они сказали мне, что нужно потерпеть, чтоб дальше нас лететь. А еще во сне я видел сон, он был мне ближе ярких звезд. Он говорил мне, что ты влюблен, и радость дня придет. Yeah!